Хей, всем здорово, чуваки, с вами, как всегда, на связи Брайан, и мы вместе с вами продолжаем играть в Rim 2 Total War. И на этой серии мы отправляемся захватывать провинцию Босфор, мы начинаем войну сразу с Кимерией, Бактрией и со Степной Ордой. У нас уже подготовлено две карфагенских армии, и мы прямо сейчас, не теряя времени, отправляемся в плавание. Мы поставили удвоенный темп, чтобы быстрее добраться до этого полуострова. Тем временем наша армия возвращается с острова Крит, одержав победу над местными греками. Мы захватили этот остров, но мы захватили его с очень большими потерями. Мы потеряли весь наш флот, и мы сейчас занимаемся тем, что пока его нанимаем в Карфагене. Так, наш тайный агент раскрыт. Ага. Окей. Так, давайте возвращаемся обратно в Спарту. Мы давайте посмотрим, как идет найм нашего флота. 5 ходов. 5 ходов он будет еще у нас строиться. Так. Вот я вот не помню, что я хотел сделать в Италии. Я там нанял полководца. Но я не помню, какую армию я там собирался нанять. А главное, против кого. И мы уже практически подплыли. Так, тут где-то наша агентишка есть. Отлично. Подведем его поближе, чтобы ознакомиться с местными войсками в этой провинции. Будет осада Пантикопея у нас. Так, новая фракция. Селевкиды. Селевкиды, где вы находитесь? Ага, они остались уже без своих провинций. У них армия голодает. Где-то тут она, да. Так, в Спарту мы высадились. Отличненько. Так, вот что финны задумали, я не знаю. Зачем они свои войска держат возле наших городов? Меня это немножко напрягает. Я с ними пока не хотел воевать. Так, и где нам выгоднее сейчас высадиться? Так, тут мы высадиться не можем. То есть высадиться мы можем... Ага, нам вот сюда плыть. Окей, давайте плывем наш полуостров. Так, агентика. Вот так вот, ой, тут армия. Серьезная армия в городе. 20 отрядов и гарнизон из 20 отрядов. Довольно-таки все очень серьезно. Так, смотрите, Афины нам предложили оборонительный союз. Ладно, давайте согласимся. Так, Кипр, договор о ненападении. Нет, мы не будем с вами заключать договор. Кто вы такие с одним городом? Ладно, там Афины. Так, давайте возьмем дальность прохода нашему герою. Так, и нам надо высадиться тут. Так. Как их будем штурмовать? С моря или же... Нет, я думаю, скорее всего, с моря мы их не будем штурмовать, иначе наша конница вся будет пешая. И плюс у нас везде еще баллисты находятся. Вот так вот высадимся тут. Нарушение границ, естественно. Мы высадились. Так. Афины. Право прохода.
Отличненько. Военный союз мне нужен, да? Так, давайте теперь по торговле пройдемся. Родос. Давайте с ними, может, заключим торговое соглашение. Тем более, что пока в эту сторону мы расширяться не думали. Временно можно поторговать, так же, как и с Кипром. Кто у нас там еще есть? Так, Нервия, Кемерия. Нет, Бактрия нет. С ними торговать у нас не получится. Тем более, что мы решили развязать с ними войну. А вот Бактрия довольно-таки очень сильная держава на востоке. То есть... Ее города пролегают от самой Бактрии до... провинции Кавказ, Месопотамия. То есть вот это, если я не ошибаюсь, вот это, да ладно, Эскифия, вот это все фракция Бактрия. Очень довольно-таки сильная империя разрослась. Так, я думаю, это не шутки, нам надо нанимать реально новую армию. Так, это кто? Наемные гладиаторши? Прикольненько. Так, давайте подумаем. Естественно, два отряда конницы. Ливийская пехота. Священный отряд. Пельтастики наши. И у нас еще остается... Так, мы не наняли пикинеров. Нам надо два отряда пикинеров. Так, пикинеры, против кого они там будут воевать? Против греков. Пикинеры, естественно, у них тоже есть. Застрельщиков там по минимуму будет. Давайте еще один ряд пикинеров наберем. Или же слоников. Нет, я думаю, слоников наберем. И наберем потом в Великой Греции еще баллисту большую. Так, а также еще... Так, 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 так. Боевой дух. У нас доход 13 тысяч. Наберем еще в Карфагене армию. Почему не будем мелочиться мы? Так, надеюсь, мы тут баллисту, да, не сможем нанять. Баллисту мы не наймем, а наймем тогда, сейчас прикинем. По стандарту 4 пехоты, 4 отряда копейщиков, 3 отряда застрельщиков. И все. Да. Так. Так, тут теперь. Тут мы баллисту нанять можем. Два отряда слоник. Так, нет, один отряд слоников у нас. Так, два отряда застрельщиков. Баллиста, естественно. Африканские пикинеры. Так, подождите, а... Пикинеры у нас есть. Тогда 4 отряда ливийской пехоты, 4 отряда священной, от священного отряда. А, ну все правильно, да, и конница, все. Для охраны наших испанских владений. На всякий случай. Потому что с серверами у нас сейчас отношения нейтральные. Если мы с Массили еще как-то дружим, то с серверами нет. Так, и вернемся опять к Боспору. Закончим наш ход. Набирается, я смотрю, еще одна армия. Я так думаю, они примерно догадываются, что мы задумали против них. Смотрите, что сделали с нашим агентом? Что они с ним сделали? Неужели его убили? Персонаж ранен. Вот это херово. Это херово. Так, военная подготовка. Так, переключаемся с удвоенного темпа, давайте немножко пройдем вглубь, высадим вторую нашу армию. Нарушение границ, отношения у нас с ним, естественно, уже враждебные. И со Степной Ордой у нас отношения враждебные. Конфедерация кельтов сюда дошла, да ладно, чуваки, мы с вами не собирались воевать.
Ох, чувствую, я влезу куда-нибудь сегодня. Обязательно. Ну, давайте атакуем тогда. Атакуем. Так, единственное, знаете, что б я сделал сейчас? Перекину баллисту. Поменяю ее местами с ливийской пехотой. Вот так вот. И тогда мы ими осадим. Объявить войну. Их союзники, Степная Орда, наши союзники Массилия. И все на этом. Ну, поехали. Пора начинать активную войну. Лола, почему мы их не осадили, чуваки? Как так? Почему мы их не смогли осадить? Я рассчитывал на две баллисты. Так, ой-ой-ой, этот агентик у них серьезный. Надо его либо попробовать вырезать нам сейчас, иначе он траванет нашу армию. Так. Резня. Противник убит, отличненько, все. Теперь он нам не угрожает. Ну, держим тогда в осаде. Без баллиста штурмовать не хочу. А на стены лезть — это самоубийство. В общем, Степная Орда их поддержала. Не думал. Так, договор о ненападении. Нет. Исследование завершено. Агент выздоровел. Давайте его обратно отправляем. Так, и вот этих чувачков наших. Тоже всех туда, всех туда. Сейчас у нас будет эпик батл. Так, исследование. Так, тут мы все исследовали. Давайте. Так. Все. Этой армии мы отступаем назад сейчас. Оп. Вот этими. Так, а что, одна армия ушла от вас? Вы одни оставили. Остались одинешеньки. Одни одинешеньки. Так, агента обратно загружаем нашего. Или же попробуем, давайте, убить ихнего полководца. 65%. Отличненько. Замечательно, полководца у них нету. И мы теперь можем перейти к штурму. Давайте отыграем эту битву. Она будет довольно-таки очень интересная, я думаю. У нас, правда, подкрепление есть. Ну, ладно, давайте перейдем к штурму. Так, туман. Нет. Дождь. Да ну нахер. Блять, опять туман. Ну ладно. Справимся с туманом. Так, и откуда мы пойдем штурмовать их? Подкрепление у нас, кстати, будет идти совершенно с другой стороны. А значит, мы будем штурмовать, естественно, с той стороны, откуда у нас будут эти подкрепления. Смотрите, у нас сколько баллист. Ох, офигенно, сейчас будет осада. Я уже предвкушении всего этого. У них очень серьезный там гарнизон, реально. Так, две башни. Нужны ли нам эти две башни? Я не знаю, сейчас подумаем. Конец все подальше. Она у нас вряд ли будет задействована. А там, не знаю, посмотрим. Так, всех перетащили.
Так, на башне нас только повезут, скорее всего, не пикинеры, точнее, не копейщики. Пехота будет задействована. На лестницах у нас. Оп, так, этих тут поставим. Этих мы поставим тут. Да, вот так вот. Вот так вот. Тарана у нас нету. Так, конечно, я немножко их поставил под углом, чтобы больше захват был. Отлично, все, приступаем. Так, оп. Все, поехали, поехали. Так, опа. Опа. Так, 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 так. Вот это все мы вырезаем. В первую очередь вырезаем башни лучников. Потом, ну, на поджигание ворот отправимся. Да, не с маслом, кстати. Ёпт. Ворота с маслом. Так, давайте там. Так, 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 так. Что случилось? Что случилось? Пошли, подошли подкрепления к нам. Подошли подкрепления. Давайте застрельщиков сюда отправим. О, отлично, как они близко. Подождите, подождите, что происходит? Откуда, 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 я не пойму. Лол. Ёпт. Вот, полегче, полегче, чуваки. Во-во-во, вы что творите? К нам зашли сюда, в гости. Конные лучники к нам зашли. Так, перехватываем, перехватываем их. Нашего генерала отводим подальше. Лучники в доспехах. О, подождите, оставляем башню в покое. Перестраиваемся, перестраиваемся. Так, все, на стену забиваем. На ворота забиваем, разворачиваемся. Смотрите, какая... Какая тут тусовка происходит у нас? Давайте, так, башню мы уничтожили, башню уничтожили. Давайте сделаем в стене дырку, я думаю. Дырочку, так, и тут. Все, преследуем конных лучников. Так, за ними рванули копейщики. Так, давайте их зажмем, зажмем, зажмем. Так, и надо сюда помощь, 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 помощь. Ух ты, тут их сколько, сколько их тут у нас. Так, подождите, включаем. Опа-на, это у нас юноши-топорники, юноши-топорники. Давайте, заходим, заходим в тыл. Блин, еще и туман. Ну, хоть и не сильный туман, но все равно он меня напрягает. Так, как у нас тут дела? Как наши дырочки там поживают. Так. Блин. Вот это херово. Наша конница зажимает прямо в угол. Давайте обходим, обходим, обходим. Надо как-то вот спасти. Спасти как-то надо их. Так. Опа-на, входим сюда. Тут обходим. Так, вот этих чуваков давайте сзади, сзади. Давайте этих бомжариков зажмем. Как обстрел нас поживает? Давайте взрывные снаряды включим, я думаю. Что-то мы забыли. Переключиться. Так, а тут мы уже поднимаемся наверх. Так, а это кто? Это кто? Копейщики, копейщики. Давайте их обстреливаем, этих зажимаем. Так, тут мы их тоже зажимаем. Блин, как нам спасти их? Давайте обойдем их. Обойдем. Так, отлично. Сейчас посмотрим, что мы там проломили. Оп. Ну нет, 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 давайте.
кто? Лучники. Соберите, 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 чтоб чардж устроить. Оп, все, отлично, входим. Так, ну ладно, пойдет. Да, все, запаниковали. Запаниковали. Так. О, подождите, а кто это по нам так стреляет? Нихера себе мы слились. Нихера себе. Окей. Давайте следующую тогда. Вот это я. Так, давайте тогда обходим. Сейчас задействуем наши другие силы. Так, боеприпас у нас практически кончился. Давайте вот по этим пальнем. Опа-на, опа-на. Вот эти вот херово они стали. Давайте их встречаем. Ой, как мимо вы стреляете, как мимо вы стреляете. Все, возвращаемся все обратно. Конницу отводим свою подальше, чтобы она не пострадала на всякий случай. Так, всех остальных мы отправляем, естественно, в бой уже. Когда мы успели так слить, я не пойму. Когда мы успели их слить? Вот это кто такие? Тяжелые лучники. Тяжелые лучники, которые стреляют по нашему генералу. Наши остались без снаряжения. Вот тут вот заходим. Так, пикинеры. Тоже в бой. Так, как там, разобрались вы? Разобрались, отлично. Тогда заходим в город. Так, и этих пикинеров в город. Слоники. Тяжелые лучники. Они с копьями, блять. Они с копьями. Давайте. Давайте, огонь, 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 чуваки, огонь. Так, а тут нас кто-то встречает. Метатели дротиков нас тут встречают. Чё нам, я так полагаю, надо будет один отряд наверх поднять. Так, ага, мы стену проломили, башни завалили, и мы наверх не можем подняться. Так, как тут мы справились? Да, справились, отлично. Отличненько. Так, ну забрасываем, забрасываем их. Поактивнее забрасываем их всех. Все, мы продвигаемся вглубь. Вглубь города. Наши остались без снаряжения. Так, почему тут застряли? Чего вы тут застряли у нас? Так, давайте вот два отряда наверх отправим. Так, эти вперед пошли. Забрасываем, забрасываем их. Так, этих забрасываем тут. Сейчас мы подойдем на помощь. Сейчас мы подойдем на помощь уже. Наши остались без снаряжения. Как вы долго тут их мучаете, ё-моё. Так, это пикинеры. Давайте тут выстраиваем. Где? А, вот, все, вижу. Так, другие два отряда пикинера. Оп, так, где вход? Ага, вот она, центральная площадь, я увидел.
Вот сюда. Так, и копеечки все сюда. Сейчас мы будем обходить их по всем улочкам. Так, вот эти чуваки, чтобы не скучали, сюда отправляем. Как вы долго мучаете их? Все, застрельщики себя исчерпали. Можно отправить их назад. Почему так долго мучаете их? Кто там такие? Кто там такие? Забес такой идет. Давайте гоплитов щимим. Так, а тут что-то... Чего вы застряли? Так. Вот сюда идем. Тут кто у нас? Конница. Так, так. Ну, давайте. Давайте сюда. Так, эти там бегут пока. Чего вы их так долго мучаете? Чего вы их так долго мучаете? Давайте наверх. Давайте даже немножко ускоримся, я думаю. Так, отлично, слава богу, мы тут дошли. Прикроем вот эту лестницу. Так, 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 это кто? Степные копейщики. Опа, они нас встречают, кстати. Их башня у нас. А у нас не включены... копья. Оп, не даем ему обойти. Давайте вот тут прикроем тоже проход им. Они вот, видите, отсюда пытаются к нам зайти. Облом вам. Так, тут мы дожали, да? Отлично. Давайте тогда на площадь все спускаемся. Тут домучили? Домучили. Давайте вперед. Так, продвигаемся ним потихонечку. Ну, это победа, в принципе. В принципе, это уже победа. Вот этого наглый на копья так переть. Ну, без шансов, без шансов. Так, тут еще, да, пытаются они погрызаться с нами. Но это уже ни к чему не приведет. Так, входим, входим. Так, давайте нашу пехоту отправим, там зайдем в тыл. Тем более, что здесь нужны нам только копейщики, в принципе, сейчас. Давайте, 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 встречаем, встречаем их. Вот этих зажимаем сейчас. Все, отлично. Они отступают, остался только там, видимо, отряд с военачальником. Немножко еще повыделывается. И все. Все, решительная победа. Ну, вот мы захватили Пантикопей. Так. Оккупировать. Я так понимаю, все, фракция это уничтожена у нас. Нет, вот остался. Кемерия.
Но она уже не несет серьезной угрозы для нас. А вот со Степной Ордой мы повоюем, я так полагаю, еще. Хотя можем мирный договор заключить, но я этого делать не буду. Так. И че, мы на Фанагорию пойдем? Или как? Я даже пока не знаю. Вот если бы сейчас Кемерия захватила Фанагорию, это было бы, конечно, эпично. Мы бы тогда ее перезахватили, но я думаю, это вряд ли будет у нас. Оборонительный союз. Нет. Нетушки. 20 штук за что? За одного члена вашего рода пытаются шантажировать. 207. Ничего не делаем. Так. Назначение. Политика. Это нормально, у нас влияние пойдет. Так. По постройкам теперь. Ну, тут застройка у них нехилая такая, кстати. Такой военный городок неплохой. Я думаю, мы его, скорее всего, даже не будем переделывать особо. Или если переделаем, то снесем мастерскую. Она, в принципе, не нужна будет. Так. Где наш там винтик? Так вот. И давайте на разведочку сходим, посмотрим, что там в Салохе. В Салохе, а тут никого и нет у нас. Тут никого нету. Поэтому мы воспользуемся этой возможностью. Так, только баллиста нам верните. Только верните нам баллисты наши. Оп, и на автобойчик. Так. Разрушить до основания, разграбить. Так, и получили мы империи, да? Так, и в какую сторону развиваться надо? Ага, понял. Нерви, у них один регион, да? С кем они в союзе? Подождите. Атрибаты. А где они? Кто это такие? Ага. И воюют, кстати, не все с Массилией. Если мы сейчас начнем с ними войну, мы поднимем свои отношения с нашим союзником. Я думаю, это будет очень даже хорошо. Так, герой обратно. А обратно к полководцу. Так, и... А, жрец. Забыли про тебя. Пропаганда. Так, корона отрядов. Я так понимаю, нам что? А, так. А, эдикт. Эдиктик. Где мы можем его издать? Давайте прикинем. Ну, давайте здесь допустим. Общественный порядок 14. Так, наш доход до 7000 упал. У нас набрался, я смотрю, флот. Армия практически собралась у нас. Мирный договор, они уже все. Захотели мирного договора. Ну, давайте, ладно.
Степная эра, да, заключен мир. Так, тем временем у нас набралась наша армия. Набрался наш флот. Мы наберем еще один флот, я даже думаю. Только, подождите, не то набираю, не то. Кого мы тут набирали? Сейчас наберем точно такой же, да? Так, 5 отрядов застрельщиков. Пускай будут одинаковые. Оп, и вот этих чувачков. Все, будет у нас непобедимый флот. Так, этих мы вот сюда вот зарядим. А вот этих мы вот сюда прикроем наши границы. Потому что наша империя будет расти довольно-таки очень быстро. Так, может мы тут, я думаю, зря все разрушили. Сначала разрушил все, потом подумал, а нафига я все разрушил. Ольвия. С кем она там в союзе, сейчас глянем. Тоже отберем это поселение. Давайте договор о ненападении. Строительство завершено. Так, второй уровень. Так, 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 так. Предместье. Так, еще раз, с кем она в союзе? Воюет с Массилией. Яйцена жил еще, что ли? Фига себе. Объявляем войну. Тем более, что нас поддержит наш союзник. Ну, тут гарнизон бомжатский, мы его на автобое. Просто на автобое. Все, дальше уже арверны пошли. И дальше мы расширяться не будем. В эту сторону, по крайней мере, пока расширяться не будем. Так, а вот с боем, может, мы вряд ли зря заключили наш... Да, подождите, с кем арверны воюют? С этими они не воюют, да? То есть мы подписали себе... Ладно, давайте попросим новый Карфаген вступить к нам в войну. Не хотите, да? А вот за бабосики... Так, тогда мы режем вот так вот, как... Ага, не хотите, да? Ладно, пускай 18 будет. Вот то новый Карфаген заскучал совсем. А может мы сможем эрвернов втянуть так же? Ну-ка. Так, обсудить выплаты. Как вы? Не? За сколько вы пойдете? Не за сколько, смотрю, вы не пойдете. Вот так. Тоже, да? А вот так? А вот так они пойдут, да, в войну? Тогда мы бабосиков вам только урежем сейчас. Умеренный. Ага, не хотят. Еще раз. Предложить выплату, вступить в войну. Умеренный. Да ладно, вы же хотели вроде воевать с ними. Вы хотели, я помню. Я помню, вы хотели с ними повоевать. О, за 30-ку согласились. Ладно. Так. Все, ладно. Вот такая вот у нас получилась серия, сегодня интересная, мы захватили три новых региона, Пантикопей, Салоху и Ольвию. И куда мы пойдем дальше расширяться? Дальше мы, естественно, будем расширяться в Понто-Каспийской степи, начнем мы войну уже с Бактрией, с конфедерацией кельтов. Вот насчет них я пока не знаю, честно, будет видно в дальнейшем. Ну а на сегодня все, с вами как всегда был на связи Брайан, всем спасибо, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.
Вставляйте ваши комментарии, отзывы, я обязательно их прочту. Если будут какие-то вопросы, отвечу. Всем пока и удачи!